Уважаемая публика, хочу предварить наше выступление несколькими словами и характеристиками участников этого джазового квартета. Лет 12-13 назад, когда я работал в Новосибирском музыкальном колледже, и мы аккомпанировали там на госэкзамене, я заметил очень такого интеллигентного, высокого, худощавого молодого человека, совершенно мне неизвестного, который пришел и сыграл в балладе совершенно феерическое соло на саксофоне. Ну и как человек такой прямой, может быть, даже прямолинейный где-то, я просто подошел к нему и спросил, как его зовут, значит, как и что. И вот шли годы. И Роман Сурняк, о котором я говорил, вырос прекрасным совершенно музыкантом. Сегодня он на гитаре. Но мы с ним будем играть сегодня первый раз. Вот прошло столько лет, и как бы наконец вот эта идея, она материализовалась. Следующий по часовой стрелке у нас сидит Андрей Ильин. Я очень много играл с Евгением Суворовым, который преподает в музыкальном колледже. И он как-то сказал, что у меня, говорит, появился совершенно гениальный ученик, который играет не только барабан, но он играет и на фортепиано, играет на ксилофоне, вообще там полный комплекс. И память, и все такое. И впервые я Андрея, о котором шла речь, услышал в составе легендарной, не боюсь этого слова, группы «Штрих-код». Я, конечно, был в восторге, оказалось, что да. Оказалось, что когда я услышал Андрея, это было то ли первое, то ли второе выступление в группе, он что он просто был на замене, буквально с одной репетицией все это дело играл. Это значит, что там много сложностей, надо знать, когда остановиться, когда брякнуть, когда крякнуть и так далее и тому подобное. Вот. Ну, с Дмитрием Овещенковым мы играли очень много лет, не знаю даже сколько это было. Мы лет 40, наверное, играли, ну, 35 лет мы играли. Могу сказать, что с ним очень удобно играть. И если мои игры что-то не свяжутся, это не по его вине, а только лишь по моей вине. Вот. Меня зовут Игорь Дмитриев. Начинаем мы с пьесы Джо Хендерсона, которая называется «Record on Me».
Роман Сурняев, Андрей Ильин, Дмитрий Олеченко. Руководство мира. Thank you.
Посовещались и решили сыграть боссанову, которая называется «Новому плюс».
аранжировка Романа Сергеева. Ну, после такой музыки, наверное, нужно немножко какого-то воздуха и, не боюсь этого слова, расслабления. My One and Only Love.